Футболисты «Шерифа» сегодня разгромили на своем поле «Милсами» 4-1. «Шериф» выходит в полуфинал Кубка Молдавии. Следующий соперник – Петрокуб. Четвертьфинальная встреча прошла на малой арене. «Шериф» открыл счет на 15-й минуте. Кастанеда проскочил в штрафную и красивым ударом направил мяч в ближний угол. Через 10 минут греческий полузащитник Коловоз принял длинную передачу из центра поля и без труда разобрался с вратарем. Свой третий мяч тираспольчане забили с пенальти уже во втором тайме. Уверенно сыграл Кастанеда. Гости один мяч отквитали благодаря расторопности Максима Антонюка в штрафной. Финальный счет «Шериф» установил в концовке. Снова нарушение со стороны гостей, снова пенальти и снова точный удар от Кастанеды. Я ребят предупреждал, что кубковая игра – это не чемпионат, где есть еще достаточно туров, что можно поправить что-то. Здесь игра на выбывание, поэтому я доволен за ребят, что они настроились действительно, выполнили свою работу качественно, чем я их поздравляю. 5 мая в полуфинале Кубка «Шериф» сыграет с Петрокубом. Это главный соперник тираспольчан в этом сезоне. Где пройдет встреча, будет известно через два дня.